Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. На модерку. Ну давайте, ну ладно, на разок тогда на модерку, да? Ладно, тогда последний раз мы играем на модерку. Взял бы его лично нарезчика, как у других стримеров. А зачем нарезки, ну, нужны, если все самое интересное у меня на канале? Типа, что смысл какие-то нарезки там делать? Какой смысл, что? У меня все самое интересное, чел. Да. Нарезки все равно никто не смотрит, все самое интересное у меня на потоке. Вот, смотри, список того, что можно сделать. Нарезки? А какие там нарезки? У меня там один фуфломицин. Он там нарезает только мои поражения. А никто не смотрит мои поражения. Все только, ну, мои победы только смотрят. Да, а у меня почти одни победы. У меня поражений почти ни в одной игре не бывает. Я везде выигрываю, 100%. Да. Делать цены одинаковые на помощь руин. Топ-донатер помощи или топ-донатер руина получает модерку. Борьба зла и добра. Ну хорошо, блин. Тогда получается топ-донатер по помощи. Короче, выиграет тот, кто больше либо сделал хуйни, либо кто больше сделал хорошего, правильно? Есть, ну, определенное время, за которое это будет все, пока не найду алмаз. Верный Кэстрол активирует летающий газ за 300 рублей. Я сейчас прям в Нижневартовске тут и запрячусь. Я в Нижневартовске и буду здесь. Вот здесь меня никто не тронет. А чё, блин, мне досок не так много. Все, в принципе, можно. Нас активирует шахтерский комплект за О! 200 рублей. Во, спасибо, братишка. Активирует тотем бессмертия за 100 рублей. О! Вот это дро. Ух, красота, пасеки. Все, изи пошло. Игроку за 1250 рублей. Сейчас. Мне тотем был, он меня спас. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не озолотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Чуть-чутку похаваю. Как раз я сейчас в Нижневартовске. Здесь алмазы должны быть. Какова глубина? У, как раз идеальная глубина для алмазной фабрики. Дедушка, лови Да. дождик. Спасибо. Какой золотой? Тут смотреть надо. Фонарик взять, сука. Это возьми ты свой топать. А кто мне так Верный Кэстрол активирует случайный жокей за 125 рублей. Верный Кэстрол активирует Твою мать. боекомплект за 200 рублей. Тихо, давай врывать. Врым, 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 врым. Еще глубже сделаем дырку. Угу. Мне добра дали, смотри. Спасибо, ребята. Сейчас я в Нижневартов схожу. Мама! Мобов к игроку за 1250 рублей. Дубадуб активирует тотем бессмертия за 100 рублей. Вовремя, дружище, прям во. Тотем прям вовремя, дружан, дружок. Идеально прям. Тотем как раз ты вовремя ебанул, да? Братишка, ты классно сделал. Молодец, ты супер. Тотем то, что надо, Родёнка. У меня нету ничего сейчас. Эрнан нас активирует случайно.
Бернкастрел активирует стак из... Бернкастрел активирует приготовленная еда за 100 рублей. Ебать. Вот это, дружище, ты молоточек. Спасибо. Вот это меня уже радует. Ух ты, алмазная кирка. Дружище, спасибо. Все, теперь Нижневартовск надо идти мне. Так, запоминаем место, Нижневартовск. Установка, установка каменных обозначений в Нижневартовск по оружию. Есть контакт, контрацепция. Нормально упал, нормально. Пометку сделаем, наверное, да, братья? Нарисую крест. Крест. Пусть будет крест, пасеки. Вот здесь будет место смерти. А вон там, наверное, Нижневартовск наш. Активирует тотем бессмертия за 100 спасибо, рублей. Брат. Я не вижу алмазов пока что. Глуша активирует уронить наковальню за 150 рублей. Бернкастрел активирует случайные мобы за 100 рублей. Мама. Тупорылый кусок говна. Как у тебя дела, уродец, блядь? Яшка активирует взрывное уничтожение за 2000 рублей. Сука, гниды, блять, а? Я уже, сука, прям был у цели, понял? Меня выебали. Яшка, сука, крыса. Доспехи куда упали-то? Они куда-то вниз должны были упасть, но нет ничего. А вон что-то валяется. Тоби пизда активирует иссушитель за 7999 рублей. Какой иссушитель, дружище? Ты чё, ёбнулся? Сколько? 8000 рублей? И куда он его активировал? Туда, где я был только что? Где он? Ебать, вот это мама, в смысле, это, блин, братан. Ты с ума сошел? За 8000, прикинь. Походу, новый модер у нас. Тихо. Валерий активирует случайное животное за 100 рублей. Спасибо, блин, брат. Он заспавнился только снизу, наверное. А кто такой сушитель? Он, наверное, снизу как раз. Вот это ты мамонта, конечно, себе нашел. Тихо! Он сильнее дракона? А где он, блин, и сушитель-то это? Он алмазы дает? Так, сейчас я его найду, и все алмазы у меня получается. А что-то нету и сушителя, блин. А что за фигня? Почему он не сработал? А, блядь! Дован. Дайте кирку алмазную, я выиграл, ребята. Дайте кирку кто-нибудь алмазную, ребят. Дайте кирку алмазную. Ребята, дайте кирку алмазную. Дайте мне кирку, ребята. Сокол активирует шахтерский комплект за 200 рублей. Блять, это каменная, у меня не получится каменной. Братишка, нужно алмазная, либо железная килька. Дайте еще, пожалуйста. Нашел. Как его сразу не зовут? Бернкастрел активирует Варден за 9999 рублей. На ваших глазах прямая обработка. Этот выблюдок помойный прекрасно знает, кто такой иссушитель. Но ради бабок ломает комедию, мол, а кто это? А кто это? Лысый сын спидозной бляди. Терпи, лох. Блин, дружище, Барнкастел, спасибо тебе огромное, блин. Офигеть, десятку вызвали моба, блин. Блин, ребят, спасибо большое, блин. Призови иссушителя. Ну, час. Иссушителя сам призову. Потому что его что-то реально нету. Я его сейчас тут туда призову. А, вот он. Тест фикс активирует иссушитель за 399. Понятно. Ну, лох он все равно. Он бы мне ничего не сделал бы. Дайте кирку, пожалуйста. Ребята, сейчас быстренько одну кирку алмазную. И все, и алмаз мой, я выиграл.
Пожалуйста, ребята. Ксай, Свинтус, прежде чем ставить такие высокие цены на мобов, ты сначала проверь, работают они или нет. Скотина ты такая, чтоб тебя в Артем брал без остановки. Дайте алмазную кирку, пацаны, блин, пожалуйста. Я сейчас просто быстро спускаюсь, убиваю алмаз, забираю, и все, и победа. Тебе сатана активирует уронить наковальню за 150 да рублей. Да не это, блядь, какой нахуй наковальню. Драйвер активирует шахтерский комплект за 200 рублей. Спасибо, дружище. Блин, все равно это... О, железное, железное могу... Возле алмаза, сука, прям ходит. Все, я выиграл практически. Берн Костель на связи. Призываю тебя взять эти вещи и дать бой Вардену. Верю в силу жмыха. Все. Я выиграл, у меня алмаз. Я алмаз забрал, ребята. Я забрал. Мама. Сука. Мама. Но все равно я выиграл, это считается. Правильно? Мамонты! Мамонты! Дайте говна! Я выиграл, дайте да. ложку! А кто такой иссушитель? Мням-мням! В смысле нет? Вы, а кто такой Варден? Мням-мням! Лысый гной, просто сделай планету чище, отправляйся к своим великанам под землю в гробу. В смысле до дома донести? Надо на поверхность алмаз забрать? Такого не было договорения, что я должен его до поверхности донести. До креста донести алмаз? Хорошо, давай. Ладно. А можно как-то усыпить его, чтобы он уснул, этот Варден, опять? Или нельзя? Делов-то хуйня. Блять. Взял алмаз? Сука, не взял я его. Этот хуй мне свет гасит, понимаешь? Я ничего не вижу, еще паутина-то ебаная. Как-то быстро мамонт день закончился. А, что, ребят, чего-чего? Донести да, сука, еще паутина-то ебучая. Продолжаем, ребят, сейчас много. Сейчас донесу, уже бегу, ребят. Много, продолжаем. Это уебак свет гасит, если бы хотя бы свет не гасил бы, блять. Этот алмаз. Сука, я себе знал, где он? Мама, мама, алмаз потеряли. Блядь, с одного удара, ты шо? Ты чё, прикол, блядь? Ты не выиграл. Во-первых, у тебя иссушитель должен быть в пещере, а не на поверхности. Угу. Начнем отсюда. Да, а во-вторых, не ломай комедию. Дольше собираешь алмаз, больше денежек капает. Угу, конечно. Сука. Все, Нижний Вартовск, приветствую тебя. Блять, не ту кнопку нажал, сука, дебил. Вместо шифта контрол нажал, уебок, сука. Потихоньку Яшку уничтожаю. Да нет, это антибаба. Сука, Берн Костел активирует дождь из лодок за 350 рублей. Просто какой-то... Берн Костел активирует затем бессмертие за 100 рублей. Спасибо, ебать. Держи, дорогой. Спасибо. Ебать его в рот. Опа, ля, они мне помогли по Яшке перейти. Прикинь.
просто Яшку перешагнул по лодкам. Лера активирует ловушка из паутины за 250 рублей. Дерек активирует шахтерский дебаф за 250 рублей. Ой, короче, понятно, рублей. Клоуны. Все понятно, короче. Клоуны поприходили. Ням-ням-ням, да вы заебали мне скидывать донаты. Ням-ням-ням, не мешайте играть. Ням-ням-ням, маманта, не мешайте мне играть. Ням-ням-ням, не дебафайте меня. Ням-ням-ням, заебали. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. ЖМП, чё смеёмся, клоун? Чё смеёмся, радиомочка? Людмила Яшина активирует случайное животное за 100 рублей. Да, блять. 10 тысяч рублей, блять, чтоб пацана убили в Майнкрафте. Алло, Зай, привет. 20-ку скинул какой-то мамонт. Прикинь. Конечно, да. Да только шо? Я тебя тоже люблю. Конечно, скину половину. Да я тебе все отдам. Я ж тебя люблю, любимая. Целую тебя. Ну все, давай. Рокеру привет. Целую. Вон алмаз прямо напротив меня. Дайте, пожалуйста, кирку, блин, ребята. Кирку дайте, пожалуйста, ребят, дайте кирку, пожалуйста, металлическую или алмазную. Ночи, ребят, продлеваем. Конечно, продлеваем. Блять, вон алмаз! Еще столько алмазов. Ух, дайте, блять, ребята, быстрее, дай, пожалуйста. Кто есть алмазики, дайте, пожалуйста, кирку, а? Так, так, кто там? Блять, дайте кирку, вон алмаз, срочно прямо, набочек, вон ребят. Он, прямо. Лана Романова активирует шахтерский комплект за 200 рублей. Спасибо, малышка. Подожди, малышка. Эрнан активирует мобил за 250 рублей. Милана Романова активирует шахтерский комплект за 200 спасибо, рублей. Спасибо, любимая. Работаем, короче. Здесь где-то. Вот он, мама, папа, Серега. Друзья мои, родные, близкие, все. Всем привет. Давай. Мама, не урони папу. Есть. Есть, это точно победа. Сосать, шкилка. Отключай хаос быстрее. Все, отключил. Все не считается. Да, блядь, диверхоласка. Тотем, тотем, Эрнан, пацана. Активирует блядь. Шахтерский дебаф. 250 рублей. Забирай в ручку, малышка. А два алмаза у пацана в руке сосать. Давай будем так делать. Все равно я дойду до цели. Давай, сука! Мама, как же? Давай, сука! Лера активирует ловушка из тварь ебучая, я будила, блядь! Тварь, сука! Есть, мама, папа, я вижу Серегу. Лера активирует железный голем за 200. Да ебать ты, блядь! Ебать, блядь! Сука! Тварь, сука, я взял алмаз, мне осталось там пару блоков до верха. Да нет, все уже. Такая смысл координаты запоминать. 15 минут, все, время вышло. Мы проиграли, это Лерачка. Ох, негодяйка. Ладно, попробуем еще раз, ребят. Конечно, ребят, на полчасика еще продаем их точно все, ребят. Шахтерский комплект. Сейчас я быстренько, ребят. Беркастел, дай свой ник в чате, пожалуйста. Я тебе модерку дам. Ты по факту выиграл. Ты за сторону зла больше всего поддерживал.